Вот мой новый халатик, который я сегодня нацепила, умудрилась уже слегка уляпать вот эту хрень. Ну, короче, веревочку. Не туда, куда надо, ее окунула. И вот мы тут его грызем. Мы уже в карманчике побывали. Я даже не помню, как она сама забралась, или я ее взяла. Может, тут у меня проблема с USB-портом случилась. Я думала, знакомая моей подруги поможет за монетку заменить, но, в общем, по ходу дела самой все делать придется. Или вообще обзавестись еще одним USB-хабом уже на 3.0 с питанием. У меня когда-то давно был USB-хаб с питанием, но он допотопный. Я даже не знаю, жив ли он у меня. Может, уже и не жив. Ну, короче, в общем, вот оно тут стало грызть. Этот халатик я решила заснять. Завтра утром мы едем в деревню. Ну, без котенка, конечно. На полдня или на 2/3 дня, еще не знаю. У меня лапа дрожит. Я как бы есть хочу. Ну, я сейчас уже поем. В общем, у меня там, как вы видите, две дырки, да? Сейчас я свет включу. Вот две дырки, кусок моей ноги. И они как бы воткнутые. Внешка с пятой попытки все-таки подключилась. Там вторая питается просто, а первая как бы передает информацию. И вот у меня не одна флешка. И видеокамера позавчера я пыталась воткнуть, не подошла. В общем, ну как бы не воспринялось. Пришлось мне флешки через заднюю дырку. И потом уже вообще через USB-хаб подключать, чтобы скинуть данные. Ну и я что-то посмотрела, какой-то ролик, что там надо паять. Человек сказал, что паять ничего не надо, что надо просто переткнуть. Вообще, этот какая-то сволочь курит на своем балконе, и слышно этим дымом, потому что у меня балкон открыт где-то на 1/3. Блин, какая же мерзость, у меня духи вон там стоят. Вчера такая же какая-то макака, плохой человек, скажем, редиска, тоже курила вечером. На кухне чувствовалось. Короче говоря, что таких вот дырок нету. Но у меня как бы есть панелька с USB дырками от компьютера 2006 года вообще. Я думала, что не подойдет, объяснила человек сказал, что подойдет, чтобы был только не кошер. Ну, типа, как бы некрасиво, но она даже вставляется по-другому. Тут вот, ну, не вставится так эта панелька. Она вот здесь вот так вот стоит, а она вот так вот вставлялась. В общем, не знаю, люди, если у вас есть какие-то такие проблемы были, дайте знать в комменты, как вы их решили. Да, вон там коробка с бумажным мусором, который пойдет потом на сожжение. В общем, я даже подумала, что может надо системник заменять, а потом думаю, нахрен мне заменять шаломомыло, у меня хороший такой системник. К тому же сейчас у меня нет 30 штук, чтобы купить системник тоже за 30 штук. Ну, я его за 30 покупала. А что-то другое, у меня, конечно, приятель троллил, что как бы этому стримеру, блогеру, ютуберу, типа, надо монитор более широкий, чем моя девятнашка. И когда-нибудь, возможно, я созрею и разорюсь на блок, но пока меня, в принципе, все устраивает. Я боялась, что нагрузка на USB 3 будет и там что-нибудь пригорит, но типа ничего не пригорит. Почему-то человек думает, что я через переходник буду внешку вставлять, не внешку. Я же, на внешке отдельный порт был и как бы зарезервирован. Мне просто не хотелось от него решать и этот перетыкать, допустим, вместо USB, в USB порт вместо внешки. Та красненькая, которая там она. Флешку. В общем, вот. Не знаю вообще, что такое. Что там может отходить. Грешили мне на обновление ядра, ну, как бы у Linux этого нету. Я помню, на очень допотопный ноутбук в 2014 году своей тогдашней подруге ставила Linux, и у нее была проблема на винде, что именно USB-порты вообще не работали. Но именно Linux возродил ей эти USB-порты, так что вот обновление ядра тут вообще не вариант. Причины. Я тут говорю, а меня тут лазают, лазают, кота-то не показывают, в смысле кошку. Котенька. Во. Куда ползем? Сейчас нахрен прыгнет на телефон. Сегодня на меня тут прыгнуло почти на лицо. Чучело. Чучело-миучело.
Грызла мне ногу. Если нога в брючине, то по ноге забираются на меня. А если нога не в брючине, то вообще-то это больно. Кузька. Алиска. Это для тех, кто хочет котика. Ну, в смысле, почаще. Ой, не на меня кусать. Почаще. Сегодня увидела у меня в тарелке макаронину. Ой. Но я ее как бы показываю, что на стол прыгать нельзя. Всячески. Макаронину мы едали. Макаронину мы съели. Макаронина была большая. Большая макаронина была. Для такого маленького котеночка. Все, пока, зритель.